Привет, мадам. Ты уже шлындаешь, да? У нас сегодня дождь. Прекрасная, чудесная такая погода. А мы идем в сарай и несем отходы с кухни. Да мои заи бегают час. Сейчас мы в эти отходы замесим пшенички, гранулы, немножко отрубей. Да, мои зайчики, у вас тоже тут сыро. Мои красавчики. Вот такую мешанку мы замесили, закрутили. Это у нас здесь был супчик, остатки супчика. И гранулу, пшеничку и немножко отрубей. Будет всем вкусно, да? Вы уже ждете. Молодцы мои маленькие мальчики, большие, толстые. Самые голодные в мире пацаны, да? Пацаны самые голодные. Водичка есть, все кушают. Одному второму петушку с краю хвост опять выклевали. Вот что не хватает? Вот все же даем, и премикс даем. Все, вот. Зачем позволяешь хвост это клювать? Сдачи не можешь дать, что ли? Кушайте, кушайте, мои зайчики. А я пойду до девочек схожу. У нас там есть один эксперимент. Сейчас мы выведем кого-то на чистую воду. Кто жрет без спроса яйца? Да, мои зайцы? Ты же, да никто там не жрет, наверное. Просто они несутся. Ну, это сейчас мы узнаем. Че, мои красавицы, вкусно? А? Вкусно, мои девочки? Мы вчера у них яйца не собирали, нам было некогда. Поэтому сейчас посмотрим, что они нам тут нанесли за 2 дня. В новом гнезде. Из сена. Чудесно. 6. И еще у нас красавишны вот здесь вот несутся. Сейчас мы их достанем еще. 8. 10. Так. 12. Так. Я смотрю, королевишна перестала нестись. Вот они у нас, яичечки. Здесь 3, 6, 9, 12. 12 яичек нанесли мои красотуленьки. Да, девочки, признавайтесь, кто фуфлыжничает, не несется? Ты сколько снесла? Норму сделала? Сделала? Молодец. А вот здесь в ящике они нам не положили яйца. Нет, они только тут сено съели. Кушайте, кушайте, не ругайтесь. Кто ниже сидит, на того какают. Поэтому она, наверное, снизу сидела. Да, мои красавицы, водичка есть. Все, кушать есть. Яйца сейчас заберем. Вот эта вот большая, которая была квочкой. Она перестала нестись, потому что нету бежевых здесь яиц. Ну, может быть, отдыхает. Посмотрим дальше, что будет. Вкусно, девочки? Вкусно, мои зайчики. Там супчик с перловочкой был. Вы такое ели? Да, моя красота. Тебе помыться надо. У вас баня когда? Девоньки, а что-то яйца у вас грязные. Можно это ножки вытирать, прежде чем в гнездо залазить, а? Никак? То там на улице ходите, там дождь, да? И грязными лапами калоши не снимаете, залазите и несете яйца. Скажи, радуйся, что вообще хоть несем. Ну вот, наши яйца от девчонок. Теперь пойдем к нашим галашеечкам. Посмотрим там что. Ну, в то, мои зайчики, в то, моя Дусечка, а в то, моя Андреелочка, красавица моя. Все определили, что ты девочка.
Вот в прошлом видео я показывала, что я делаю эксперимент, потому что девчонки долго уже не несутся, они у меня линяли, но уже перелиняли и должны были занестись. И я им в гнезда наложила, настелила сено свежего, скошенной травки сухой. Вот, и положила в каждое гнездо по яйцу. В одном гнезде было отлегорное яйцо, а в другом, смотрите-ка, от брамок. Вот это коричневое бежевое яйцо. Никто не тронул. И здесь, ну и гнездо, видно, что здесь, наверное, травку кушали. И вот они, эти два яйца здесь. Значит, у меня девочки не несутся. Надо будет еще по косточкам их проверить. Да, моя красавица, зря я на тебя думала, да, зря, прошу прощения. Ты не ела? Нет, не ела. Ты скоро сама будешь нести яйца, да? Умничка моя, красавица моя. Дусечка, Дусечка, когда будут яйца, девочка моя? Скоро, скажи, скоро. Подожди. Ну, подождем. Ну, вот яйца собрали у девчонок. И два этих заберем еще с собой. Что, зачем им тут лежать? Вот такая красота у нас. Пойдем к брамкам. Они тоже должны были нанести за два дня нам яйца. Посмотрим, соберем. Так. Лапшичку замочили на вечер. Вот. Вечером сделаем опять мешанку. Ты сюда пришла, моя красота, кушать, да? Я там на улице вам дала. Умнички мои. Красавицы. А здесь у нас снова появился квартирант. Нужно срочно сюда Пушу тащить. А если не Пушу, то мармеладки раскладывать. Холодно, и все начинают уже лезть в тепло. Вот такие дела. Ну что, мои красавчики, вкусно было? А? Все съели, все разгребли они съели. Да? Ну-ка, давайте-ка я зайду к вам. Что, мои девчоночки, что-нибудь снесли нам, а? Тут у вас все сухо. Так, кто-то выходил и яичко за собой вытащил. И там, молодцы мои девчонки, 4 яйца снесли за 2 дня. Так, кто пролентяйничал? А? Кто яйца зажал? А? Петюхи, рассказывайте. Кто яйца не снес? Мои красотуленки. Девчоночки у меня такие красивые. Мои красавишные. Ну вот, 4 яйца. Больше нигде нету, девочки? Нигде не спрятали, а, зайчики? Нигде нету. А Ташлында где-то несется, а где, не знаю. Не могу найти яйца. Куда запрятала коза такая? И ходит довольная там на улице. У гусей жрет, у собак жрет. Еще и так собирает что-то. Где мои красавчики? Вкусно тут у гусей, да? Они и тут кушают, да, гусей стоит. Не все съели еще. Насытятся. Где? Ну и вот наш сегодняшний сбор яиц от Легорнов. 2 яичка, которые мы на эксперимент ложили. И вот эти вот 4, которые снесли наши брамки. Вот и хорошо. Вот и чудесно. Ну, это за 2 дня. Нам вчера некогда было. Поэтому сегодня все собрали. Ну, а всем, кому понравилось наше видео, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем чудесного дня!
Яйца где? Шлында? Где прячешь яйца? Показывай. Там? Понятно. Что мои красавчики гуляют? Гуляют мои солнышки. Степка? Буся? У нас тут грибы где-то росли. Есть? Нету? Нету? Да, посмотрим. Нету, так нету. Дожди прошли, будут. Так что... Вот, есть почему. Смотрите. Правда, они тут были. Вот, и гуси их сломали. Ну, это просто чудеса. Вот еще. Зачем нам в лес ходить за грибами, когда у нас на участке они растут? Чудесно.